Всем привет, ребят! Сегодня мы поиграем в GTFO 2 далее, будем играть, продолжать то, что начали вчера. Ох, со взломом, кто там пришел и не знает, как взломать на ПК, я могу, конечно, рассказать кому. Пишите в комментариях, кому там что нужно. Так. Пока подождем немножко. Так. Секунда. Подождем народа. Миша Усов, тебе привет передаю. Дела нормально. Так, сейчас сделаю потише, скорее всего. Потому что уже, я думаю, очень громко. Так, все, теперь погнали, ребят. Бам. По-моему, меня уже не должно лагать, кстати. Я уже так сделал. Наверное. Должно. О, не лагает. Вообще просто все плавно идет. Теперь уже нормализовалось все, ребят. Средние, ну, то есть высокие все настройки. Так. Погнали дальше. Очень, то есть очень все хорошо работает. Без лага, это реально очень радует, ребят. Так, пойдем-ка, честно, безумно пройдем буйвола. Не помню, я проходил его, пытался. Так, Арсений Янискович, привет. Так, сейчас с кровавым жнецом попробуем всех разнести. В принципе, мне сейчас кручение должно быть очень даже кстати. Смотрите, вот вообще не лагает. Я, конечно, хотел начинать записывать 60 FPS 1080, но все же передумал. Может, все же будет нестабильно. Я пробовал, кстати, тесты там на другом аккаунте, но и нормально все, кстати, было вчера. Потом. Но потом я не решился все же. Вот вдруг еще какие-то сбои будут. Все нормально. Так. В Даби РВВ Роха Нурдилян Мур. Тебе приду привет. Ох, у меня, кстати, выбили оружие. Гадина, просто гадина. Пока я смотрел, мне уже выбило оружие. Марина Волконгонова. Привет. У меня дела нормально. И сколько будет стрим? Сейчас я просто проиграю, потому что у меня нет оружия. Сколько будет стрим? Но я достаточно хочу его сделать долгим. Так. Ну, я так скажу, больше 2 часов это точно. Да пошла ты. Все, буйвол. Сейчас будет тут аж отхватывать будешь, что скала работает. На. Да ё-моё. Как же это классно, вообще ничего не лагает. Ну, у вас тоже все очень даже хорошо, я думаю. Ну, да, лучше, хотя отпишитесь, как все меня слышно, как музыка не громко, как в игре вообще. Напишите, пожалуйста. Сейчас выиграем. Все. Кстати, по-моему, не самый лучший, но у меня есть. Был даже на моем битве есть. Я его выиграл только ж. Все, просто с задержкой. Все, шикарно. Просто видела меня, и что? Пускай глупцы участвуют в состязаниях. Я же вырву секрет отшельника силы. О, ладно, давай сразимся с кем-то там. А, дуэль разблокированная. С этого момента в дуэлях будут действовать случайные правила. Хорошо. Ой, на невозможное точно не псих. Потому что это уж реально очень жестко. Затем, может, какие-то доспехи на 4 часа стрим хочешь сделать, что ли? Не знаю, будет видно. Ну, разве 2 часа точно? Потому что, ну, 4 часа это, может, как-то слишком, я уже точно устану. Так, тебе сколько лет? Мне 16 лет.
Так, ну все, кажется, у меня все есть. В принципе, все последнее. Так, погнали на турниры. Так. Как получить пилу? Можете там. Есть много видео там, где установить фатум. Ох ты, разрыв сразу с первых ударов. И как установить фатум там? Ну, сразу устанавливаешь фатум. Потом там уже будет. Это пила. Просто я заметил. Гортал оружие, думал, какой обзор сделать. Заметил, что она у меня есть. Так. Капец, разнос просто. Здесь. Ох, нормально. Такс. Разносли. Просто на исчах. Когда наступает затмение, о, затмение, твои враги становятся сильнее, ты можешь принять их вызов. Награда за твою смелость будет соответствующей. О, да, затмение, ребят, затмение доступно. Сейчас будем на затмение играть. Это будет четко. Зовем тебе привет. Егор тоже привет. Перфончик, привет. Так, турнир. А давайте... Я помню, там говорили, что на затмении нельзя с рысями играть уже. Да. К сожалению, жалко, конечно. Хотя, если так, то можно, в принципе, докачаться до на маленьких версиях и там уже получить его оружие, а потом уже обновиться до 1.9.21 и все, в принципе, у вас будет рысь оружие. Так, такой лайфхак, в принципе. Если хотите это оружие рысь, оно реально очень классное. Так. На затмении турниры. На затмении турниры. Вот это будет посложнее, кстати. На. Сейчас сразу шок сделал. Офигеть просто. На. Ох ты. Та разбойника. Ох, это перфект. Даже на затмении нормально так все пошло. Ох ты. Еще крючень там задел хорошо. Ой, ну я отхватил просто. Сейчас побросаемся, да? На! Сразу вырубил просто. Так, все нормально. Еще с разочарование забираем. Помни, ты всегда можешь вернуться в мир людей. Посмотрите на затмение, солнце все сияет, но... Посмотрели. Так. Давайте на дуэльку. О, там же... О, сейчас будем восхождение, кстати, проходить. Будем пытаться выбить сет монаха. Так, в бой сейчас два пропуска получим. А, в принципе, их можно купить, так что, в принципе, даже вообще без проблем. Так, ох, я вообще без оружия. Почему такая беда? Ладно. В принципе, это возможно, конечно же. Ух ты, ё. Стопен, давай. Сейчас я... Моя очередь. Нет. О, нормально. Ну, хорошо. Так и хотел, в принципе. Да ё-моё, почему удар просто кулак прошелся сквозь него? Я этого не понимаю. На. Ага, вот это он. Хорошо, конечно, я так его хотел подловить, но все, я все добиваю его. Нормально. Ой, почему он паузу нажал? Ладно. Так. Что там еще у нас? Это сейчас взломал, как ты... Нормально. Привет, Зипер. Виталик, Маричка. Теперь привет уже, Зипер. Почему у меня моды через Яндекс.Диск не качают? Если на тебе... О, блин. Пока я читал, мне уже надхватил. Сейчас. Ой-ой-ой. Сейчас немножко побьемся. А потом... Ой-ой-ой, ну! Да ё-ма! Ё! Пошел! Все. Теперь сделали на канале возможные испытания. Кстати, можно затмение на рысе.
Может, но может, да, можно, я думаю, походу должна дальше, наверное, ой, открыть должна. Наверное. Просто я не знаю, как сейчас уже. Просто я помню, я же проходил это с обновлениями, все, ладно. Хорошо, если ну, ты хочешь пройти полностью игру на этом стриме? На этом стриме я полностью игру не пройду. Постепенно будем проходить, да. Так. Так, теперь у нас есть два пропуска, сотен, чтобы пройти 12-й стадии турнира. Проходим еще 6 стадий турнира, и у нас будет доступен восхождение. Это уже реально очень даже классно будет нам. А что такое донат? Что такое донат? Как стрим? Стрим с ОБС? Очень много роликов. Хэппи Таун Лайер, привет. Алан Губаев, привет. И что такое донат? Ну, донат переводится с английского, это как пожертвование. Ну, то есть, кто-то кому-то просто дает деньги, и все. Шикарно. На, все, помогли им просто. Блин, почему у меня нормально не обновляется на телефоне чат, а? Работать стрим по 8.2 взлом. Возможно тоже, да. Есть еще способ работать меня этим испытания. Все, мне открылось испытание. Без оружия. Да без проблем вообще. Давайте натянем. О, против безумца и он тоже без оружия. Хорошо, это будет интересно. На. Бросок. Почему он опять забросок не сделал? Там, по-моему, он должен был сделать. Но он не сделал. О, перфект. Да, перфект. Шикарно. Просто разрываем. Да, в принципе, это вообще не сложно. Испытание. Так, давай-ка. Вот так. Ой, хорошо. Как он меня не сбил, я не понимаю. Там вообще можно на язычах просто сбить. Кто так летит? На. Все, тоже разрываем. Второй раунд. Сила природы. Ну, типа, первое испытание прошло или чё? Сколько тебе лет? Мне 16. Никто не пробовал в китайке играть. Уже ответил, сколько тебе лет? Давно не играл в эту игру. Я ее все прошел, а проходить 20 раз не хочется. Ну, интересно, без брони и шлема. Без брони и шлема. Давайте пробуем без брони и шлема. Да, на выживание пойти. Думаю, тоже будет интересно. Снимем броню, той, снимем шлем, ну все. Так, кстати, что там у нас за достижение? Держи 3 победы без оружия в любом режиме. А, хорошо. Так, на выживание. Ой, та в бой, бой, не показывай мне это больше, ты что, совсем уже. Так, я, наверное, перезагружу тебе, о, YouTube на телефоне, а то мне не отсвечивается. Нормально, так урон наносит, нормально. Все, кажется, должно будет работать. Нормально, а то мне как-то комментарии не обновлялись. Мне постоянно приходится перезаходить на стрим. Это не очень-то и удобно. Так. Бросок кобры. Типа, что первый начал бить или что? Ой-ой-ой. Как придумал название канала? Я просто, по-моему, понравилось зипер. На испытание, потому что без брони и шлема. А, то ладно. Да, потом дойдем. Бросаемся. Бам. Все просто. Испытание без брони, я это проходил с помощью чита. Читы бывают разные. Ох, на. Перфект. Замечательно просто. Да, ребят, мы же собираем на веб-камеру, то что я... Ого! Вот что значит без брони и шлема. Разрывает меня на вообще жестко. Ну ладно. Оружие уровня 8. Кстати, уже скоро левел получим 9. Откроется новое. Неси первый... Ого, я уже 100 раз сыграл. Первый раз. Так, теперь...
Ладно, наденем лучше. А то если на турниры пойти, то это вообще жесть будет просто. Так, надеваем. Нужно пройти, чтобы вот. Нужно бы дойти до восхождения. Потому что там реально, вот, свет монаха очень нужен даже. Так, скажи привет, Даня. Привет, Даня, тебе привет передаю. На! Хотела меня так, типа, ударить, ну, на тебе. Держись, сломя голову. Шикарно, змей. О. Ох, нормально. Давай. Побросаемся, может? На! Шикарно, это тоже перфект. Нормально. Какие кнопки нажимать на первом? В смысле, на первом? Если в блюстаке, то здесь можно, в принципе, вот, нажать на вазд, и здесь будет, в принципе, ну, у меня это получается, П это нога, О это у нас рука, К это магия, точнее, не магия, а сфера на боссов. У меня пока магии нет, я пока что здесь использую. Ну и Ай это у нас Сюрикен. Так. Заверши 50. О, да, конечно. Так, о, это здесь интересно, кстати. Нужно что-то первый удар внести в чине. Да, отключить урон по всем своим дарам в голову за 50 секунд. Наверное, все же кобру выберу. Так, хорошо. Теперь у нас открылся, кстати, левел же. Шлем с хвостом. Давай-ка купим. Дальше. Проклятие ворона. Давайте. Вот этот навык, кстати, очень даже интересен. Возврат урона. Это будет прикольно. О, не, я не хочу шестом играть. И разве что чем я хочу играть дальше, то это может крюки разорителя. Мечами можно тоже поиграть тоже. Ну, вот остальные нунчаки мне очень хочется, но можно колючку пробовать. Ну, это вообще коза тоже хорошая. Ну как? В некоторых случаях хорошие. Так. Ох, типа, можно тебе, друзья, добавить? Там написано же информация, что нужно, чтобы я вас добавил друзьям. Так, турнир. О, турнир. Скажи, так, Кириллу, привет. Пройди одну стадию испытания на безумно. Да, вообще, я прош... только что, кстати, проходил. Только телохранителя. Ну ладно, сейчас пойдем. Блин. Возврат урона, кстати, у меня очень хороший. На, счастливчик. Ты вообще-то несчастливый. Так, Кирилл тебе уже передал привет. Так, все, раунд второй, погнали. Ну. Блин. Разве урона хорошо работает на сюрикен? На, покидаем, покидаемся, да, покидаемся, давай. На. Капец, сквозь головы. Да как так вообще, я не понимаю. Классно вообще работает, Шадо. На, бросочек. Бам. На. Все, завершаем ударчик хороший. Что происходит? Я просто только пришел. Что происходит сейчас? Я, получается, играю сейчас на ПК в Shadow Fight 2, то есть на прошлом стриме мы взломали. Распаковали это все, разбирались, мне, кстати, помогли в чате, и потом уже проходим. Сейчас у меня 9 левел, будем проходить до конца. По очередности на всех стримах. Ну, дальше. Будет видео с Артемом по Вортексу. Это я не знаю, это что зависит от Артема. Лучше если этого Артема спросите. Так, испытание. Оружие уровня 8. Ну, пока что легко. Нужно было... Хотя ладно, потом. Здесь нельзя меньше левела. Задира. С полумесяцами он. Ну, разрываем. Короче, не вообще очень прекрасно работает. Бам! Ух ты. Вот это удар. Но столько урона было много. Шикарно.
Еще получаем две охоты. Можем что-то зачаровать, конечно. И знаю, что вот эти зачарования можно вообще спокойно взломать, но я не уверен, или на один точ... на этой версии, самой новой, их вообще можно взломать. Я не уверен, конечно же. Мифический рецепт, он как же мне нужен. Это кровотечение, оно здесь. Можно поменять на 371, еще больше навыка будет. Больше вероятности, по-моему. Так, погнали теперь. Что там дальше? Без прыжков. Давайте без прыжков. Продают настоятельное на затмение. Хорошо, пройдем. Это у меня звук пропадает только. Звук. Что-то, ладно. Завтра будет стрим. Так, будет. На степени вытащил кожу, я тащил тоже первый квест прошел. Да, первый квест прошел. Миша Усов. О, это была задница какая-то. Особенно в конце вообще. И пройди одну стадию телохранительное затмение. Лагерь, что такое ПК? Что такое ПК? ПК это скорочено персональный компьютер. Так. Там говорили, чтобы я прошел на затмение испытание. Гов. Да, желаю. Да, кстати, не заставляет просто идти. А нет, не заставляет. Все. Гов. Сними копатель. Копатель, да? Посмотрим. Возможно, не копатель, возможно, даже Майнкрафт будет. Стрим. Ролики, возможно, даже тоже. Посмотрим. Все будет видно. Просто если Майнкрафт играть или наподобие таких игр, то это нужно не самому, потому что тем более мой друг уехал в село, так что это позже. Зиври пришло Богомола, может Богомола, да? Когда ты идешь, пройди отшельника на затмение. Хорошо, пройдем, конечно же. Нет, сначала рыси, если она откроется, реально. Потому что оружие это его. Вот я нашел стрим, где вы взломали. Да. И там, в принципе, конечно, я вначале помучился. На том стриме уже сложно. Сейчас мы дойдем до нашего безумного. Так, нас бархат. Ошейник затмения очень сложный, не советую. Да вообще, что там сложно? Вы чё? Разорвем просто. Да. Ну и полетел, конечно, от ее удара. Жестко ты, бархат. Конечно, ногами я ненавижу драться, просто ненавижу. На. О, еще не гол с головой там что-то, я не помню, какой-то это навык. На. Ой-ой, как я... По-моему, вообще ни разу не попадал таким ударом. Вот таким. А, не, вот попал. Чистые руки. Будешь ли снимать что-нибудь, кроме Шатафе 2? Конечно, буду. Есть ролики. Есть. И вообще, это стрим по Shadow Fate 2 я делаю второй раз. Первый стрим мой был с телефона Shadow Fate, но это было с лагами и очень некачественно. Ну, там все перезагрузки были. Потом снимал CSGO, стримил. Потом CSGO плюс GTA 5. Ну, сейчас снимаю Shadow Fate, так что я не постоянно снимаю Shadow Fate 2. Так, сработает у нас шлем. На ура. Ой-ой. Блин. С эмиссаями. И сами не люблю играть, и их не люблю. Так, где почему кровожнец богаец? Обычно он держит в левой руке, потом он держит в правой руке. Потому что это нормально, я вообще на это не обращал внимания как-то. Я тоже люблю Майнкрафт. Реально отшельник на затмение его не пройти. Так, если будешь сражаться на отшельника. Так, сейчас пойдем. Если будешь сражаться с отшельником, бери куст Ригама, она очень хорошо против него. Хорошо. Мы завтра будет стрим на бой с ним зла. Да, будет завтра стрим. Я же уже говорил. Ой-ой, нас здесь. Завтра стрим будет, возможно. Но, скорее всего, будет. Так что, Марина Волкогонова. Ай-яй-яй. Хорошо, давай. Не поможет тебе это, чувак.
Змей. Да ё-моё. Ещё это нужно прыгать еще, чтобы не сдохнуть. Ой-ой-ой. Не-не-не-не-не, дезад. Ну. Не-не-не, опять. Ох, нормально. Ненавижу. Вот это. По-моему, горячая земля или что-то такого, что там. А, раскаленная. Так, все возможно пройти в колледже на кого? Ой, вообще на бухгалтера, но я бухгалтером не хочу быть. Просто так среднее образование получить полностью. Так. Теперь давайте. Так, на турнир. Еще немножко пройти и уже. Пожалуйста, скажи мне привет. Зомби плей, тебе привет передаю. Я тебе добавил. Ты после стрима добавь. Ой, там все написано. Ох, нормально. Ой, все, умер просто. Ой-ой. Немножко. Давай, подходи. Не-не, стоп. Ну я хорошо так вообще уклоняюсь. В голову только получаю. Прям под выстрел его. Да я перепутал просто. Я уже забыл там, как раскаленная земля. А долго ты готовился к стриму? Ну, нормально, вот вчера особо долго готовился. Из-за этого он вчера так поздно был. Подыхай. Так, Райсмер, яд. Приду тебе привет. Здесь у меня вопрос, зачем нужны рут права? Можно вообще, если можно начать фридом. Фридом. Фридом вообще сейчас плохо очень работает. Точнее, он уже не работает. По-моему, плеймаркет его уже пофиксил. Скажи мне привет. Артем Мастепан. Тебе привет. Так. Мастепан, знакомая, конечно, фамилия. Мастепан. Скажи привет. Дэн Плей, привет передаю. Поскорее Shadow F3, ты хочешь в нее играть? Конечно, я хочу играть в Shadow F3. У тебя достаточно ресурсов? Да, давайте зачарование сделаем. Помнишь меня, Трагер, мне играли против Вортеса? Передай мне привет. Супер Папер Трагер. Передайте привет. Симон, привет. Так, за... Ох, меняет возврат урона. Да не, не хочу, вы чё? Не хочу менять за возврат урона. Меня он, в принципе, устраивает. Вполне. Ой-ой, что это? Так, не нужно. Так, погнали. Так, турниры. Еще немножко восхождения, будет вообще классно. Опять полмесяца против полмесяца, нормально. Ой-ой-ой. На, держи подачу. Вот отца. Ну, бросочек, и все, это победа. Нет! Короче, не сработало, ё-моё. На. Что там прыгает? Да не, через Play Market, а через браузер я вот взломал. Через браузер? А, если с браузера скачивать, то да, возможно, да. Просто если с Play Market скачать игру, то вряд ли. На. Просто разнесем. Через 9 стор. В смысле, через 9 стор закачал ты. Скажи, пока, Симон. Почему пока, Симон? Чё, ходишь? Такс. Все, одна, по-моему, две стадии, по-моему, пройти, и все будет восхождение. А как взломать чудо файт на новую версию 15? Какой 15? Нет, 15. Есть 16, 1, 9, 16 есть. Дальше один, по-моему, 9, 18, потом 21. Такс, ой ты. Разноситель, ё-моё. Покидаемся. Вот так-то. Да почему так? Жестко-то, а? У меня еще если он комбо сделает. Возврат урона просто решает. Смотрите, я ему реально нормально так снес с возвратом урона. Ой, не ту 21-ю версию. А, 21-ю версию. 21-ю версию я не знаю, как взломать. Но знаю, что можно взломать, допустим, ну вот на стриме первом. Там есть. Короче, я опять расскажу. Сначала нужно скачать АПК 1.9.7,
То есть 1.9.7 версию скачиваем, кэш к ней, потом с root права King Root там скачиваем, потом получаем с помощью его root, потом Lucky Patcher. Там, в принципе, на первом стриме все показано, как там дальше Lucky Patcher, то есть пропачить LN, APPL. Так, почти восхождение, после этого будет восхождение. Пропачить, потом на покупки. И потом уже мы взламываем на 1.9.7. Ох. Взломали, то есть на 1.9.7, а потом уже можно обновиться. Обновиться до 1. До сегодняшней версии. И все. И у вас этот кристаллы остаются. То есть вообще нормально. Остается все. И все хорошо. Вы с кристаллами. Бам. Вообще мало урона нам наносит сюрикены. Ты вообще жесткий змей. Статуха еще. Вообще. На. Даю. А, все, он подох просто. Надо прийти интерлюдию. Да. Вот, интерлюдия еще далеко, кстати. Ты играешь через Blue Stars? Да, играю через Blue Stars. Так. Зип, ты меня точно помнишь? Понимаешь, что Зип. О, кстати, да, все. Доступно восхождение. Кстати. Далее, далее, все. Покупаем. Все, теперь будем проходить. А это какая версия у тебя? Это версия 1.9.21. То есть самая новая, ребят. Последняя. Так, в бой. Сейчас на восхождение будем пытаться разносить противников. Ой, даже не прочитал, что там нужно сделать. Ладно, сейчас прочитаем. Урон только голову. А, вообще без проблем. Скусы и вообще это будет вообще на изичах просто. Смотрите. Только он блоки ставит, гады его наш. На! Кровотечение. Все. Перфект еще. Почему кристалл не работает на вулкане? Почему не работает? Потому что там оно пишет, что не хватает верифицированных кристаллов. О, нужно по-любому сейчас выбить шлем. Верифицированные кристаллы — это подтвержденные кристаллы. То есть, которые там, типа, пришли проверку, что реально дошли. А вот взломанные, ну, это же, конечно же, не подтвержденные, то и через них нельзя получить. Ой, только возрадуюсь. По-моему, у нас не 40, конечно. У нас в теньку, по-моему, около 30. Давайте мне шлем. Вы чего? Давайте, давай. Шлем мне нужен. Мне нужен шлем. Ай, нормально. В принципе. Зачаруем что-то. Я надеюсь, что на этой версии можно взломать на зачарование. Потом можно спокойно все зачаровывать. Все, получили мы шлем. Отлично. Вообще мне повезло сейчас, кстати. Я думал, ты волен уйти, но если станешь, сможешь добыть еще одних призов. Верну. А, то все. Кивер, я уже самый главный приз уже получил. Узнай подробнее сети. Сначала мы его улучшим. А. О, сейчас состояние 30 здоровья, секунду, чинение 5 секунд. Да, хорошо, хорошо. А, вот, сети вот это. Что? У вас еще нет того же. Это чё? Это, походу, не катары, а будут меч? Вы чё, серьезно? Ого. Если это реально, то это прикольно, в принципе. Новое оружие на сет-монахи. Зашибись просто. Смотрите, ну даже меч. А не катары. Странно. Ладно, будем ждать. Да, все катары. Зачаровать. Я бы хотел зачаровать, конечно же, на поглощение. Или... Ну, зачаруем. Что же мне выпадет? Мне был перегрев. Давайте еще раз. О! Все, нормально. Так, хорошо. Ой, ты. Так, что у нас? Раскаленная земля. Ладно, раскаленная земля пройдем. Ну, должны пройти по-любому. Так, давай. Вот так. На. Прыгаем. 7 секунд всего лишь даются. Прыгай. Все норм. Да пофиг, меня убьет. Так, укрощение. Ну. Наконец-то, все, победа. Ты есть на ВК? Да, ссылка в описании. Там, который просто отображает рому. А как сделать верифицированные рубины?
О, верифицированные рубины. И так скажу, их можно только задонатить. Там когда я просто отображаю по-другому, да? Я уже не, по-моему, раньше было по-другому. Ну ладно. Ой, ё-моё, я нажал продолжить, не нажал еще. Май гадс, в этом быть не можешь использовать прыжки. Ой, да прыжки вообще без проблем. Блин, я не забрал всю икены. Ну ладно. Так, ниндзя. Стон. Ой, блин, еще часовая бомба сейчас. О, нет. Прыгать я не могу. Ого, о май гад. Почему так? Почему мне так много нанес урона? Я в шоке, просто в шоке. Так, сейчас иммунитет-то повышается. Ты прилал, но твой иммунитет возрос. Теперь ты будешь лучше сражаться в следующий бой. Да, хорошо. Давайте еще. Мне нужно сейчас дойти хотя бы до второй стадии, чтобы... А, хорошо, а ты добавляешь ВК. Там написано, что нужно, чтобы я вас добавил в ВК. Нас... Написано. Ну, отдыхай, все нормально. Ой, просто донатить 100 рублей, то есть ссылка в описании, и все, я вас добавляю. Начать. Ну что же мне впадает? Мне впадает фиолетовая. То есть, можно с помощью ее зачаровать на ярость буря, без оружия. Давайте, погнали. Была вот игра Mortal Kombat X. Скорее всего, вряд ли. Я не увлекаюсь, в принципе, Mortal Kombat X. Ой, у него еще установили ХП. На. Бросочек. Хорошо. Капец, он устанавливает ХП. Есть. Еще я возврат урона. На. Пощечину такую хорошую влепил. Бросок. Опять установили ХП. Ты что, серьезно? Вообще охренел, просто охреневший. Он же 3 раза или 4 восстановил ХП, я в шоке просто. На. О, не-не-не, ты чё, чувак? Ё-моё, ну он мне снес ХП. Я бы его уже давно вынес, если бы не восстановление ХП. Ну, наконец-то выиграли. А у тебя верифицированные рубины? Конечно, нет, я не покупал. Так, ну сейчас по-любому. Так. Тебе какое зрение, просто спрашиваю. Ну, зрение, в принципе, более такое нормальное. Не с... В принципе, нормально, я хорошо вижу. Так, добываем. Не запрет, это просто так. Хорошо. Понятно, что катары все живут. Я уже сейчас у нас градусов. Так, пропуск, который мне не нужен. Дальше погнали. Ну. Ну, где мои сюрикены? Зачем мне пропуск-то? А? Вы чё, совсем? Еще. А, хорошо, это хоть получше уже, чем пропуск. Так, еще. Сыграться против Фатум, когда он приедет. О, все, с этим мы выбили. Сюрикены. Вот, все. Сюрикены монаха. Шикарно. Все надели. Нормально. Это зависит от Артема, скорее всего. Потому что... Ну, я бы подрался, блин. Ну, точнее... Тем более, у него сейчас читы, там, ну, на навыки, так что я не знаю, вряд ли мне будет, я вряд ли я выиграю даже. Так, гоу, это будет ты, прежде слишком будешь долго стоять. Лаги? А ну сейчас, подожди, немножко подождите. Какие лаги? Ё-моё, у меня же стоит даже 60 FPS. FPS, ладно. Ой, так, давай, давай, все, ой. У меня не работает. Мне нам придется мышкой играть. Ай-яй-яй. Прыгай.
И мышкой играю, ребят, это сложно. Ё-моё, я же проиграю. Почему у меня не работают клавиши? Вы чё? На. Я выиграл мышкой. Капец, просто нажимал сюда-туда. О, вот теперь вот это мне самое нужное. Так, князь Зевер, это просто оружие нарисовано, которое, это, что когда нарисовываешь, нам вызывает индикатор. Хорошо. Так, еще давайте. Что с клавишами? Я вообще не понимаю. Сворачивал просто BlueStacks и не работает. Ну, сейчас посмотрим. Если что, можно просто перезапустить. Так. Ну, где мой сет? Дайте мне мой сет. Я просто уйду и все, ну чё вы. Для какой области? Ребят, я живу в Украине, в Киевской. О, все, в Киевской области. Так, шикарно, все, выбиваем нашу броню. Ох, невозможно. Это будет интересно, без блоков. Это будет интересно, ребята. Но невозможно пройти. Так. Где мой сет монаха? Вот он. Все надеваем. Все норм. Роба монаха. Так, скажи детским голосом привет. О, привет. Нет, блин, я не могу. Еще. А ну стоп, опять невозможно. Давайте на невозможно. Еще. Привет, всем привет. Боже, мне не получается. Я не знаю, я сейчас не настроен на это. Так, сколько тебе лет твоей маме? Не работают клавиши. Ладно. А я сейчас играю на невозможно. Блин, я забыл исправить. Стоп. Давай-ка так сделаем, может что-то получится. О май гад, ну это невозможно мне выиграть, потому что реально сложность невозможно. У тебя верифицированные рубины? Нет, у меня не верифицированные рубины. Так, Кирилл Мастепан. Привет. Так, дальше. Так сколько лет? Мне 16... А, маме лет 42. Будет. Так. Восхождение. Такс. А, уже нормально. Иммунитет повысился и теперь нормально. Нам нужно исправить с этим. Это бах. Что за хрень? Вы чё, совсем уже хрень просто? Если так сделаем. Сохранить. Не работает все равно. Вообще клавиатура работает. А, все работает. Мне нужно просто переключиться. Все, все, теперь все, в принципе, замечательно. Так, у меня 52 уровень. Зачем тебе супер спонт от чего? Какой супер спонт? Что это такое вообще? О, погнали. Сейчас добьем наши комплекты наши, перезапусти игру, тогда все же норм. Тебе нравится жизнь? Это вполне устраивает. Так, разносим. Крочение. Стоп. Без прыжков. Хорошо. На. Все. Капец, у него навык работает жестко просто. Ты проходил без взломки? Я проходил без взломки до осы. То есть я пошел мясника. Потом на осе я уже только узнал о взломе. Но это было где-то более года назад. Больше, чем год назад. Может, полтора года назад где-то так. Это было очень давно. Ты знаешь какие-нибудь игры, кроме Shadow Fight? Конечно, знаю. Ты еще долго будешь снимать ролик? Это не ролик, это стрим. И да, я буду его долго стримить. Как тебя зовут? Меня зовут Дима. Так, ну. А зачем я открываю? Я же это все сделал. Так, регенерирующийся противник. Погнали с регенерирующим противником. Так, когда противостояние с Навортексом с Артемом? Ох, это зависит от Артема. Я ему писал, он как-то не хочет или что? Короче, вряд ли, наверное.
Это все, это большая часть зависит это от Артема. Так, ого, у нее еще перегрев работает. О, на шикарно кровотечение. Бам. Бам. А, у нее же регенерация идет. Держи всю подачу. Ах, привет. Ответь. Антон Федоров, тебе привет. Пройди, рыся. Пройдем, рыся. На затмении. Когда он откроется там. И выбьем его оружие. Ты будешь снимать какие-то игры еще? Да, буду. Так, безумно. Блин, на третьем вообще, походу. Нереально будет. Нужно качаться. Не, им нужно иммунитет прокачать. Потом, я думаю, будет все нормально. А я просил до Титана, но пока не вышло обновление на него, я не могу дождаться, поэтому я ее удалил. Не, я сказал просто по спонфит, он сказал, сколько лет снимаю. Я тебе написал. Все так запутано, конечно. На! А, это мне. Все со стороны сказал. Привет. Дима. Привет, мистер Геймс Бейзи. О, меня разнес. Ну ты безумно. А ты про... Нет. Такс. Иммунитет повышаем. Шикарно. Семенскую говорю. В чем дело? Неужели эта роль тебе не по зубам? Ну-ка, соберись. Нет, соберись, вы что, совсем уже на безумно проходить. Хотя, в принципе, на безумно можно. Не, вот. Ох, мне нужно качаться. Нужно качаться. О, испытание проходить в этом бою. А, хорошо, шлем 9 уровня. А переименовался? Тебе сколько лет? Мне 16. Hello, Дима. Hello. Привет. Дима шоу. Ох, ё-моё. Жарковато, конечно. Бросай 70 камень, давай. Ну. Вообще все спокойно. Да ёпточ. Да ё-моё. Чё, серьёзно? Сейчас натянем. Скала работает, все норм, не падаем. Да блоки... Сколько он же блоков ставит, я просто в шоке. Все нормально. Зипер, как ты узнал про Shadow Fight 2 и за сними бой с ним ВКонтакте? Как я узнал про Shadow Fight 2? Это было, по-моему, в 8 классе. То есть, вообще, в 14 году. То есть 2 года назад. Там играли мои друзья. Мои одноклассники и друзья, они играли в эту игру. Потом, ну, конечно же, я тоже посмотрел. У меня, по-моему, даже телефона, еще смартфона не было. По-моему, кажется. И я еще не играл. О, все, 10-й левел. А потом уже получил телефон, потом уже где-то позже ее скачал. Когда телефон купил. Гоно Вулкана, плиз. Сейчас пойдем. Пойдем, конечно же. Теперь как ты узнал? Да, ответил же, я почти дошел до затмения рысь. Кстати, а не подскажешь тебе, когда открывается затмение на боссах? Я точно не уверен. Точнее, не знаю вообще. О, сейчас посмотрим, что у нас открылось. Крюки разорителя. Гоу, их попробуем. По-моему, они хорошие. Так, нет, мы качаем наш рабомонаха. Потому что он реально. Нам нужна реальность бури. Нам остался магия и оружие. Сначала, по-моему, оружие, потом магия будет. Ну, посмотрим. Так, нет, качаем шлем. Монаха. Так, норм. Сюркены. Монаха тоже. Все норм. Так, и посмотрим, как же крюки разорителя разносят. В 14 году она вышла. Ну да, как раз когда она вышла. В принципе, уже мои друзья играли, потом я начал играть. Так, выживание, испытание. Испытание, что там, поражение при выходе за ринг. Это вообще без проблем, в принципе. Хотя на Кустрайгаме легче играть, когда без выхода за ринг. Теперь гона Фунгуса, пойдем. А ты самп играешь? Играл. Играл я самп. Ух ты. Блин, у меня ВБС стоит 60 FPS, я забыл поменять. А на Ютубе стоит 30. И она не передает так. Ну ладно. Ой-ой, да пошлёл ты своим границы. Давай. Давай покатаемся с рюкеном, если так хочешь. Давай.
Сейчас разносим просто. На, все, два удара и все, тебя нет просто. Сколько из программы снимал на телефоне? Шоу? Не, на шоу, да. Не на Скайпро, потому что на Скайпро у меня больше лагало, а на шоу у меня нормально все было. Ух ты! Честно, очень даже хорошее оружие. Мне оно нравится, реально. Разносит просто на ура. Да ё-моё. Да ё-моё. На. Нет! Я зашел! А, я выиграл. Это вообще жесть просто. Зашел сюда. Вообще, давай слушай. Скучные. А так я на боссе мясника. Мясники. Мясники. Что у меня в уровне 10? Это обычный бой. Зирь, можно уйти, чтобы посмотреть, как взломать ДФ 2? Конечно, можно. Я что, кого-то держу? Ваше желание. Такс. Ой-ой. Утес. Утес. Да, мне вообще, он тупо меня мочит своими подсечками. На, да, это он меня ударил. Ну, наконец он блок уже не ставит. Все, бамчик. Нет, не разнес. Работает у меня. Сейчас спокойненько так разнесем просто его. На. Ногами, ногами. Нет. Взял он меня. Поиграй в бой с тенью один, плиз. На ВК. Может, поиграем? Так, а ты слышал Аушида Файт 0? Нет, я не слышал. Реально классные круги есть. Я никогда с ними не играл. Вообще не играл никогда. Вообще хорошие, в принципе. На. Ох. Утес. Спокойнее. Нет. Нихера. Один! Всего лишь один удар. На, бомчик. Все, зибрик, как скачи. Автокликер. Автокликер. Ой, можете написать мне в ВК, я могу вам скинуть. Так, победа по очкам. О, по очкам. А ты русский? Нет, я с Украины. Так, ну давай, разбойник. Что же нас больше очков сделает? А, все, у него первый пошел. Ну, давай. Не-не-нет. Ой, 2-1. Ай, 7 секунд осталось. Мне Кусаригама будет лучше. О май гад. А, это еще только 1-0. Ладно, может сейчас получится у меня. Я с этими курками никогда не играл. Сейчас первый раз только играю вообще. На. Но нужно выиграть, чтобы не проиграть, пожалуйста. Все, убегаем, короче. Нет, все, нам нужно дать сюркены. Ой, у него уже 3. На. Ё-моё! Ай! На последней секунде он меня убивает. Я в шоке, просто в шоке. Мне лучше на Кусаригаме это пройти. Это будет намного лучше. Не мой Кусаригама, Гравожнец. Все, кстати, еще его улучшаем. Все норм. Ой, надеюсь. Все норм. Как ты подключил к игре клавиатуру? Как ты подключил к игре клавиатуру BlueStacks? Клавиатуру? Ну, в принципе, вот когда заходишь в Shadowfight 2, здесь сразу, в принципе, есть установленные кнопки. То есть, ну, сразу установлен. То есть вам не нужно ничего настраивать. Сразу есть. Можете просто нажать сюда и посмотреть, там какие кнопки что обозначают, и уже не играть. В принципе, их можно перенастраивать. Просто когда я их изменяю, то у меня это не работает. Так что я себе поднастроил, ну, просто их менял местами, как мне удобнее. На свое усмотрение там. Так, давайте придем на вулкан, там говорили. Ой, закончился. Да, у меня 7300, это что я вчера играл. 6 рубинов. Так, второй дан, шикарно. Не, давайте сейчас пройдем турнир, который я не смог пройти, победа по очкам. С Кусаригамой это сейчас пройдем. Жизнь страдания, горечь, боль, когда оставать мне в 7:00. Ох. И это наконец-то пережил. Когда мне вставать 7:00. Так, пророк. Сюрикен. Кстати, а, это турниры. Блин, нужно было на испытание начинать. Ну ладно, тоже пройдем. Все равно нужно проходить. Ух ты ж, херу. Херу. Нормально, так он мне урон нанес, конечно же. На, голова.
подыхаю уже, кровотечение, в принципе, все. Так, будем теперь играть в World of Tanks, не знаю. World of Tanks, разве что с кем-то, я не очень, если честно, увлекаюсь World of Tanks. World of Tanks Blitz, то у меня 8-й левел есть. То есть на телефоне я активно играл. Давай в бой зомби. В бой зомби? Что за игра? Испытание. Все, да. Теперь по очкам по-любому сейчас выиграем. Должны победить. Фух, ну все, с косуриком это у меня есть опыт. Давай, разносим просто. На. Пошел. 5. 7. 9. Я же говорил, что с косуриком я тащу просто. Нереально. You win. Это perfect даже, ребят. Все, я жалею, что с кустарем я нормально играю. Я жалею, что крюки это не очень. Но мне подходит до этого. Вообще по урону очень даже хорошие. На. Все. Ну. 10. Ай, сюрикен свой долбанный бросил. Из-за сюрикена он мне один, ну ладно. А все же очень даже хорошо. А сколько тебе нужно на веб-камеру? 5000 рублей. Так, тебе достаточно что, чтобы вы... Да хорошо, мне не нужно. Ох, так, теперь снимем обзор на крюки разорателя. Кстати, да, я подумал уже об этом, когда только начал с ними только что играть. Я, конечно же, засниму обзор. Даже возможно с компа, чтобы намного качественнее было даже. Такс. Так, слушай, у нас победили безупречно, 5 раундов, кроме выживания, так, затмение, все нормально. Теперь мы пойдем, давайте по очередности на вулкана, потом на мегалита, и так будем проходить. Хотя, ох, нужно, конечно, было бы получить включимый зон пятимейкер. О, может включи потом, но не обещаю, конечно же. Телепортацию. Бам. Ой, как же кровотечение хорошо работает. Бам. Ну, какой сейчас я неровно напишу. Нужно было что-то какие-то другое все же поставить, потому что здесь лучше урон, а не защита. На. Еще раз. Ого. Урона так ему хорошо приписываю вообще. Ой, блин. Не повезло. Просто не повезло. Это я выкамаю клан Файрон. Скажи украинское слово. Привет. Як справы? Еще роботы, бродяги. В принципе, такого. Так, на первое место вы, ребят, вышли. Ага, с ПК лучше. Конечно, лучше, намного качественнее и вообще все замечательно. Просто ПК мощный и вообще ничего не лагает. А какого-то вообще почему-то вчера лагал, я не понимаю почему. Потому что я только скачал, а сейчас все нормально. Можешь во время стрима включить музыку Ноха Тос? Сейф. Посмотрим. Сейчас. Ох ты ж, ё. Клавиатура не работает. Нужно, по-моему, так сделать, и все, она будет работать. Нет, не работает. Вы что, совсем издеваетесь меня? Блин. Вот это, конечно. А, это потому что загрузка идет. Видите, загрузка там идет. И она не работает из-за этого. Какого вообще загрузка-то идет, долбанная? Нормально не могу урона нанести, хотя разношу так хорошо. Нажимаю только кулак и все. Вообще жесть. Красавчик, красавчик. Разносишь того, кто даже не может двигаться. Практически. Доспех работает на ура. Ой, не могу клониться. А, не могу сейчас так. А, нормально. Вообще, мышкой. Мышкой я.
Нанес. Нормально так, в принципе. Так, сейчас прям пробуем реально перезагрузить игру. Все, норм. Все, теперь нет этой загрузки. Сейчас по-быстрому должно загрузиться. Теперь игра не запускается. Подождите. Ну, о, все, запускается. Играет не умеет, ну, блонище. А ты знаешь, что я играл мышкой? То есть нажималку, то знаешь, как сложно? Сейчас работает, да, все работает нормально. Ну, блонище. Почему ты решил называть свой канал Зиппер? Ну, так захотелось, блин. Просто. Так, пойдем на турнир. Ну, может, уже затащили? Минута, ого, мы не успеем, просто не успеем. Давай, вулкан. Нормально. Ой-ой-ой. Разнос, да? Какие у нас же скиллы? Так много урона наносит. Я в шоке просто с них. Как так можно? Ох, можно разнесем его, уже идем, вот 2 икса осталось. О, все, мы его убили. Роддель затащил 140. А почему я сказал чего? Так. Окей. Уж 3 раза. Давайте. Так, добивание. Сейчас поставим. А и почему ты любишь Shadowfight 2? Ну, блин. В принципе, хорошая игра, что? Динамика и геймплей хорош. Ох, тем более еще Shadowfight 3 вообще будет не тени, а уже прорисованные персонажи, это вообще будет четко. Так, потому была какие твои любимый музон. Я так часто не слушаю музыку, кстати. А другие игры знают, что с ПК. Ну, по-моему, по названию стрима понятно, что я с ПК. Ты представляешь Steven Games? Да, знаю. Выход. Так. Давайте сейчас поставим музыку, что ли. Как вы там говорите? Так. Сейчас. О, все. Вот наша песня, которую посетили. Так, Мегалит. Так, приду привет Игорю. Тебе скажи свою группу ВК, как она называется? Ну, у меня нет группы ВК. Я нашел просто ВК, первую попавшуюся музыку по теме Меркера. Так что, может, по-моему, даже она чуть немножко переделанная. У тебя сам остался? Да, у меня есть сам. Тебе сколько лет? Мне 16. Теперь какая твоя любимая музыка? Мне нет. Но, скорее всего, трэп. Тебе передай привет Данилу. Данил, тебе передаю привет. На. По-моему, да, переделана эта музыка. На. Сейчас пойдем на... Ого, хорошая на... В принципе, 243, хоть уже лучше. Я там сука нанес. Я нанес 382. Нормально. Сколько тебе лет? Мне 16. Гоф сам уже прошу. Если будем играть сам, то это будет отдельный стрим. Сейчас Shadowfight 2 на ПК. Так, Иван. Иван Кравченко, тебе приду привет. Так, я, например, кстати, сколько стоит пиар на твоем канале? 150 рублей в начале ролика будет пиар. Теперь передаю Мирасу. Мирас, тебе передаю привет. Так, о, ну если за рейд... За рейд? Че, серьезно? Капец, 1000. Я только 700 наносил, так мне написал, ого. Такс. Давай, кровотечение. Блин, нужно было все поменять на другое навыки. На неистовство, чтобы было. На урон было бы хорошего. Точнее, неистовство.
На. Хороший урон, кстати, вообще. Кстати, такой... Знаете, что прокачка, кстати, оружия и брони не влияет никак на битву с боссами. Скорее всего, решают просто навыки. Именно на рейдах. Вот. Потому что здесь все равно. Просто я играл с другом, ну, там на телефоне у меня был-то 52-й левел, а у него там, ну, начальный там маленький. И урона мы наносили одинаково. 377, нормально. Мы наносили одинаково урона. То есть это значит, то, что прокачка здесь не важна на рейдах. На рейдах можно играть спокойно, лишь бы просто навыки были хорошие. Так, привет, привет, копилки угора. Тебе предупреждаю. Дима, тебе привет. А ты будешь играть в Векнор? Я так понимаю, Вектор, скорее всего. Вектор 2, да, будем играть. А почему у меня загрузка? Блин. Скорее всего, это всего из-за того, что у меня сейчас... Что у меня сейчас здесь поставлено на 60 FPS. Я забыл в FPS поставить 30. А ну-ка, если я все же поставлю 30-ку, оно изменится или нет? Нет, оно после перезапуска изменится. Сейчас мне, походу, придется перезапустить стрим, чтобы мне получилось без лагов. То я так понимаю, что у кого-то про загрузки идут. Мирас, тебе привет, передаю. Сипри, есть вопрос. Давай вопрос. Отвечаю пока на вопросы. Когда я буду играть в Вектор 2, посмотрим. Ой-ой-ой-ой-ой, разнос меня, конечно. Передай привет Саше. Саше Котовскому тебе передаю привет. На асфальт работает клава? Вот это я не знаю. Это я не знаю. Но, может там, когда скачаешь асфальт... В принципе, кстати, асфальт есть на Windows. Там можно спокойно играть клавишами. Нормально. А с чего лучше играть, что давай, с ПК или с телефона? Ну, с телефона, в принципе, конечно же, удобнее играет. Ну, как бы так приличнее сказать. Как ты знал о Ютубе? Я вообще не помню об этом. Это было очень давно. Что за эликсир и горн? Это, по-моему, в обновлениях ведут. Как что вообще неизвестно. Будет видно, что же это будет такое. Зипер, как тебя зовут? Меня зовут Дмитрий, Дима. Добавь ВК. Добавлю, там написано, кого я добавляю в ВК. Скажи еще раз, как называется твоя группа? У меня нет группы. Пока что нет группы. Я пока еще не создал ее. Боже, какие у тебя есть оружие? То, что... Я сейчас в основном играю с оригами. Просто загрузка была. Боже, какие у тебя есть оружие? Да. А, блин, ты уже читал. Ох, уже... Еще на первом месте, кстати, у меня второй дан. Вы что, совсем, ребят? Второй дан! На первом месте. Подпишись на меня, ты что, заимка быстрее, о, боже. Так. Ох, нужно сферы использовать. Ой, это не то. Сейчас, там какими вообще клавишами? Я там уже забыл. К. К, хорошо. Ой-ой-ой. На. Магию хотел использовать, конечно. Бам. Нормально. Сейчас еще сферу используем, наверное. Бам. Все шикарно. Кто носит фирму Пума, тот пугает без шума вообще четко. Зипер, передай привет Мирасу Антонаеву. Тебе передают привет Мирасу Антонаеву. Ты играешь в Майнкрафт? Да, я играю, в принципе. Ну как играл? Будем играть. Когда днюха, Зипер? У меня аж днюха 24 марта. Была уже. Добавлю ВК. Там написано, кого я добавляю в ВК. Пишите, придонайте просто свой ВК и все, я добавляю ВК. Так, пой. Фух. Давай, погнали. По-любому нужно выиграть. Я просто надеюсь, что я получу первое место.
Еще сфер, кстати, много. Нужно их использовать обязательно. Ух ты! То ё-моё. Коралл, ё-моё. Бам! Шикарно. На, держи подачу. Ох, о, не-не-не! Сбил, просто сбил меня. Сейчас еще хочу сферу одну сбросить. Успеть. Но! Есть, сбросил. Так, геймер, тебе передаю привет. Можно с тобой стримить? 580. Ой, вообще нормально, урон нанес. Можно стримить просто. Ой, я говорил, что. Ну, на прошлом стриме я говорил, что просто кто знает больше 100 рублей, то я добавляю в ВК и в Skype, и можно поиграть во что-то. По скайпу. На. Добивание просто. Так, все приказано Match Dota 2 на ПК. Скачиваем сначала BlueStacks, который есть в описании. Потом все, победили. Теперь давайте на Фунуса. Потом нужно скачать, ну, Shadowfight 2 ранней версии, то есть 1.9.7. Потом, в принципе, как обычно, взлом. И просто на ПК легче получить root права, точнее, BlueStacks легче получить права. И потом уже, ой-ой-ой, кэш, АПК, скачиваем 1.9.7. Потом распаковываем его в Android, то есть SD-карт, Android, и создаем папку OBB. Если ее нет, конечно. И туда сбрасываем кэш, и все, она заходит у нас. Заходим в Lucky Patcher, точнее, нет, сначала кину root, то есть получаем root. Потом, или можно без root, точно, но лучше все же получить. Для большей функциональности. Потом уже заходим в Lucky Patcher, разрешаем ему суперпользователя, то есть root-права даем ему. Потом нажимаем там меню патчей, меню эмуляции NPP, как там. И потом там уже две галочки должны стоять там сверху. И нажимаете пропатчить, окей. И все, заходите в Shadowfight, выкупляете там сколько вам нужно всего. И потом просто обновляете игру. И все. Очень даже просто. Так. Арсению Кузнецову из Томска. Тебе приду привет. Мистер Турбо Хом. Привет. Так, VB Play тоже здорово. Такой же взломки, как и на Android. Да, такой же взломки, как и на Android, только здесь, если получать root права, то здесь намного легче. Санжару из Жаркента, тебе приду привет. У меня нет пропатчить. Там просто единственная кнопка меню патчей, и там выбираете меню эмуляции. Я вам сейчас могу показать, в принципе. Lucky Patcher, вот, меню патчи, и вот. Патч поддержки для in-app и level эмуляции. Нажимаете, и вот здесь нужно для две галочки, нажимаете пропатчить, все. Разобрались. На. Ой-ой-ой, прыгает, ну нате. Нормально. Солдат в гостях в Dead Lova, тебе приду привет. Ой-ой-ой, ну ты меня жестко, конечно. Фунгус. Нет, только не его магия. А, не повезло, не сработало у меня. А каким боком ты Мэй победил? Вообще не понимаю, как это вообще произошло. Что у тебя за Windows? У меня Windows 10. Десятка. На первом месте, вы что, совсем? Второй, да. Третий, ты чё, совсем какой-то нубло? 142 урона. Вообще. Так, сейчас поставим. Так, все, бой. Фух.
Везение, так сказать, да. Очень даже везение помогло. Даем. Не-не-не, давай сфер бросим. А тут как-то уж сильно близко подошел ко мне, чувак. Сфера. Бросок. Отлично просто. Сейчас комбо пробуем сделать. Все норм. Не, а, хух, мне навык сработал. Повезло. Ну, сколько же я урона нанес? Мой должен быть прилично. Айнели и Мирасу, передай привет. Если перегон научится, я заведу под ником Трагер. У меня еще даже только Vortex 5 должен открыться. Пойду, может. Можно ведь получить пут рут на iPhone? Нет, это, по-моему, Jailbreak называется. Не рут, а Jailbreak. Там совсем другой. Там что-то так лагает. А, да, сейчас, передай привет. Я сейчас придется перезапустить стрим, потому что как раз и убрать лаги. У меня VBS стоит 136 FPS при 1080p. Это очень играет большую роль. Лагов. Конечно, если немножко подлагает, конечно, даже хорошо, что немного. Сейчас исправим скоро. Да, все, бой. Не будешь зачаровать жнец? Конечно, буду. На резьбу зачаровать жнец буду. Потому что все же катарами монаха мне не очень-то удобно. А с жнецом это получше будет. Ой-ой-ой. Сфера? Ой, не сфера. Нормально. Все, пошла вообще жара. Кручение, давайте. Почему нет кручения вообще совсем? Да магия вот тупая, просто ненавижу магию, потом вообще ничего не сделаешь уже. Потом если главное магию сделает, а потом прыгает, это вообще жестко. Разнес меня просто. Лего Нинджаго, не знаю. Дай привет, а, да уже. Айнель и Мирасу, передай привет, я уже передавал. Кто-то нас передаю. Так, на первом месте пока что держимся и походу мы его вряд ли вынесем. Потому что как-то команда вообще так скиллует, что я не могу просто этого. Ну как так можно играть? Так. Ой. Капец, уже 6 часов вечера. Какая твоя любимая игра? Возможно, моя любимая игра это CSGO. Возможно. Точно еще не разобрался, что моя любимая игра. Сложно, конечно, выбор. Сложно. Так. Давай. Нет, не прыгай. Я то ненавижу твои прыжки вообще. Это что такое было-то, а? Вы что, совсем? Сквозь ног пролетела сфера? Это печаль. Что за бред, а? Вы что, совсем уже 71? Конечно, 71. Какой босс, по-твоему, самый сильный, кроме Титана? Титана, босс. Босс, босс. Возможно, Сегун. Привет, привет, Богдан, Пряхин, приду тебе привет. Я новенький, игра Махмалыча, большое добро пожаловать. О, короче, 40 секунд, мне сейчас пробую перезапустить стрим, если он так уж лагает, говорят. Сейчас, секунду, ребят. Все, это было очень быстро. Все должно сейчас вообще не лагать. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Все, сейчас вообще должно быть все хорошо. Так, Арсения Барабанова, тебе передаю привет. Ну,
Скорее всего, вот эти лаги связаны с тем, что кто-то дальше живет, допустим, от сервера. И из-за этого лагает. Кого-то не лагает, потому что живет близко к нему. Или это зависит от того, кто отправляет. Может, от меня зависит это. Кто ближе к ним ко мне уже. Ну, если вы живете какому-то муху... Ой, мухроманский какому-то здесь, то когда... О, здесь это хорошо учил удар, кстати. На, почти на. Даем. Что за... Шикарно. Блок ставит. Без блока никак, да, вообще? Сфера. Нормально. Нужно по ее победить. А, не, зря не победить. Я же забыл, наш там вообще команда скиллует. Так, я уже сказал, по-моему, на мое мнение, шадо... Типа, после Титана, это сам сильный, это Сёгун. Как может ты живешь? Я живу в Киевской области, город называется Ирпень. Передай привет, да, я же передал привет Арсению Барабанову. Так, у меня вообще не лагает, ну, я уже повторяюсь. Уже. Ах ты. Почему у меня так плохо чат грузится на телефоне? Сколько игра весит? Около где-то 200 мегабайт, если так в среднем взять. Поселку Опарино, бреду вам привет всем. Ты знаешь о Скиттермена? По-моему, нет. Мне кажется, это самый сильный босс, но с Катями Рыси она, например, сравнение... Так, что-то у нас с боем. А то я просто смотрю комменты, читаю, нажимаю. На. Лежать. Сфера. Шикарно. То ему то вообще жесткий, да? На, вот это вообще жесткий я. Держи. Блоки ставит. Серьезно. Ух ты! Красавчик, красавчик, конечно, мне он так увольнул, сколько... Почему мне... Сейчас мне нужно произвести предложение. В Ютубе, блин, на телефоне вообще как комментарий толком не грузится. Какого вообще хрена? Так, что там у нас? Ой, 1170 осталось и 50 секунд. И вряд ли мы его выиграем. Потому что это капец. Фух, давай. 1000 урона. Сейчас вообще на язычах 1000 урона, конечно. Снесем просто. На. Ой, хорошо, пошло. Короче, не еще работа так. На ура просто. Да ё-моё, почему? Спокойнее вообще, чувак. Блин. Пожалуйста, разнесите его. А то, если, кстати, Фунуса не мы же не выиграем. Вортекса я не смогу пойти. Там хотел просто. И потом пройду просто уже сюжетку пройти. А, все. Юлузы. Конечно. И у него сколько там осталось? 128! О май гад! Я в шоке. Какой твой любимый канал? Даже не знаю. Уходите, не следите последними минутами ваших крупких жизней. Вообще наглый. Так, теперь мы пойдем, сейчас будем проходить телохранителя на сложно. О, богомол. Давай, богомол, сейчас тебя просто натянем. Такс. Давай. Что ж ты мне можешь сделать, а?
О, нормально. Бросок. А, меня бросает, жалко. Ох. Ух ты. Сейчас просто на язычах этого пройдем. И уже неподалеку и отшельник будет. Все. Да, Вася Нигге, я помню то, что ты это писал. Какой твой любимый предмет? Предмет. Наверное, информатика, возможно. Или физра. Нет, может так. Так, нормально. Выслушай меня. Магии нет места в ее искусстве. Она затуманивает разум и мешает сосредоточению. А попав в плохие руки, ведет к горю и гибели. Далее. Магия. Так вот о чем секрет отшельника. Берегись, мой ученик. Магия — это опасная и могущественная сила. Ее нужно избегать. Сенсей прав. Магия слишком опасна, чтобы позволить кому-либо ей пользоваться. С другой стороны, представь, что бы ты смог сделать, обладая таким могуществом. Вообще могущество. На моем телефоне, на мой телефон, и вообще столько могущества. Будь мне 10 лет, если значит, ты добавишь в скайп, будешь со мной играть. Я там на... Ох, все мои... Я написал, я уже опять повторюсь. Кто добавит... Кто вот донатит больше 100 рублей, я добавлю скайп и как и мы поиграем. Поиграем с Alt 8 на взлет. Поиграем, возможно. Передай мне привет. Channel Славик, тебе передаю привет. Мясник Жируха. Ну вот что ж поделать, это же мясник. Так, нужно дойти до 12 левела, чтобы прокачаться. Спалить свой адрес. Да. Ой, не хочу. Тем более, что там такого будет? На. Ого, да ты серьезно так ухватил прям? У них хорошо у него реакция, так скажу. Я такой начал делать, он у меня там бах в голову попал, ну мой удар разорвал. Вообще красава, конечно, счастливчик. Хотя тебе просто везет. Ну вообще сейчас не везет. Мясник самый легкий босс. Да, он из-за того, что он легкий, то что он медленный. Нет, я не живу вместе с одним в одном городе с Лохой Плей. Он, по-моему, он живет в Харькове, по-моему. А я в Киевской области. Это достаточно не близко. Ну, кручение еще так работает. Ну, все, подыхаю не было. Какой твой улюбленный футболист? Ну как, мне просто нравится, ну, футболист. Ну так, в принципе, Рональд или Месси, ну, типа такого. Просто мне нравятся именно их финты всякие. И ударчики. Так, по имени Взрыватель. Осваивает 2-8, весь 2 ебя. Это вообще-то без проблем. Ох ты. Так, мне еще немножко восхождение. Я же там, кажется, улучшил. Теперь мы можем спокойно... А, стоп, ему еще улучшить. Нет, не могу. Не могу уже улучшить я. Ладно. Передаю Донецку привет. Без ударов ногами. Это вообще без проблем. Без ударов ногами. Давайте, змей. Натянем змея. На мою кусарьгаму. Да. Конечно, с ногами у меня есть тактики, блин. Ай-яй-яй. Нужно подальше отходить, чтобы мне нормально кусарьгамой было бить. Красава вообще. Так, а теперь погнали. Комбо-удар, шикарно. Где мое кровотечение? А, вот оно.
Все, подохни. Поиграй в King of Zeus, пожалуйста. Ох, этого я не знаю. Будет сходка в Украине вместо ровно. Ой. Нет, это вряд ли уж. Сходка, это уже, наверное, когда делают, когда реально много подписчиков, там миллион, ну или более хотя бы 100 тысяч, то тогда. А пока что... Так. Теперь, что тебе нравится, Путин или цирковая мартышка Обама? Ой, я... нейтрал, скорее всего. Я вас представил, что ты в костюме Титана. Забавно. Так, хорошо, что мне есть уже, я знаю, не надо же мне постоянно напоминать, что мне есть ресурсы, чтобы... Как взломать бой с тенью 2? Ну, если на ПК взломать, то сначала нужно скачать АПК Shadow Fight 2. О, Shadow Fight 2. Потом кэш. Точнее, 1.9.7. То есть раннюю версию, где еще можно взломать. Потом нужно установить root-права сюда. Ну, там, скачивать там King Root. Потом Lucky Patcher нужно скачать. И потом уже со всем этим, да, потом скачивайте S-проводник, чтобы это все в нем сделать, это все. Заходит там загрузки, и там будет уже у вас 4 кэш, APK, Shadow Fight, Root и Lucky Patcher. То есть получаем Root, заходим в King Root, исправить, типа нажимаем, получаем Root. Потом устанавливаем Shadow Fight 2. То есть установили, потом распаковываем кэш в SD-карт Android и создаем папку OBB. И потом уже заходим в Lucky Patcher и делаем вот это. Сейчас покажу. Заходим в Lucky Patcher, нажимаем сюда, меню патчи и патч поддержки для ИН сюда и нажимаете про патч. И все, потом заходите, покупаете, сколько вам нужно кристаллов, всего там, сколько вы хотите. И потом просто уже выходите с игры и обновляете ее. И все, у вас последняя версия и много кристаллов. Это все можно посмотреть по первым стриме. Просто зайдите мой на канал. Там этот стрим есть. Можете посмотреть, как это все делалось там в начале. Фух. Знаешь, город Кутаиси. Да, что-то слышал. Так, теперь, какой самый любимый твой для тебя оружие? Для меня Кусаригама. В принципе, я сам больше уже начал с ним играть. И это именно после бета-теста. Не знаю, как взломает скайп, Настя, объясню легко, без него. Если ты знаешь, конечно, пароль, что там взломать-то. Так. Еще немножко, я докачаюсь, и все. И сможем пройти восхождение дальше, потому что... Там невозможно, я не знаю, как это уже пройти. Подача. Ого, ну тут навыков много так. Ему удалось нормально. Крутись, крутись, это тебе не поможет. Все. Так, извини, что вышел, интернет пропал. Да ничего страшного. Фантом мне домофиромер, что ли? За кого бы болеешь в футболе? Так. Вообще, болел бы за Украину, если бы она выигрывала. Ну, вообще за Украину, я же с Украины. А, жалко, конечно, что она проиграла там многим. Разорвали. Так, дальше проходим. Ну, о, все, 11 левел, наконец-то. У нас засупен удар в падении. Прикольно. Так, это хорошо. 11, 15 урона. 20, 8 и 6. 8, 12. Ого, съемок, можно смотреть, сколько ты урона нанесешь. 35 бросок. Нормально, нормально. О, ясно, я почувствовал, давай, далее. О, сейчас мы тебя просто натянем на язычах. Как я и говорил, мы сейчас поиграем на мечах. Не, на Тинькоу.
Так, дальше. Улучшаем наш сет монаха. Роба монаха, точнее. Дальше шлем тоже улучшаем. И сюрикены монаха. Отлично. Теперь мы, по идее, должны нормально играть на восхождение. О, а сейчас этого натянем, получим его оружие и все. Ядреный коллайдер, у меня глюки невозможно большие, блин, ребят. Глюков точно уже не должно быть. Не имею в виду Спартак, ЦСКА, Зенит и так далее. А, так, клубы. Но Динамо Киев. Ну, я же с Украины. А то Спартак, ЦСКА, Зенит, это ж все. России, с России. А, вот. Так, Вася, Нунги, в Зибре в конце, после Витасюна будет бой рядом с Ротазвине. Там будут чествовать все боссы из прохождения, также там будут случайные испытания. Я знаю, я проходил это все, ребят. Я это знаю, я это проходил. Ох ты, ну капец, у меня много урона. Сейчас я пока считал коммент. На, разнос просто. Сейчас напишу в чате. Так, ладно. Валентина Петровна, привет. А когда взломал ей, я не менял оружие кровавого жнеца. Но мне просто кровавый жнец нравится. Ястреб, ты все равно такой жесткий. Сейчас мы просто твое оружие заберем и все. Да ё-моё. Не беси, чувак. Хера себе, он... Я в шоке, у него навык так работает очень хорошо. У него оружие. Да ладно. Канал Куплено Плей, я не смотрю. Сейчас мне нужно обязательно выиграть. Это потому, что это будет капец полный. Капец, у него постоянно работает навык. Это капец просто жестко. На. О, сейчас должны его выиграть. Отравление, все, подыхай. Отлично. Получили мы его оружие. О, сейчас попробуем его оружие. Может, оно реально классное. Я поклоняюсь тебе. Ой, все, не стоит, не стоит. Ах, Нагината. Это, кстати, Нагината Асы. У нее тоже такое оружие, оружие. Пробуем не с ним поиграть. По-моему, должно быть нормальное. Восхождение. Удар только ногами. Нет. Давайте сейчас пройдем этим Нагинатой турнир, посмотрим, что же это оружие представляет. Лаги? Блин, флага уже точно не должно быть. Ого, вот это он много урона наносит это оружие, реально. С помощью этого... А ну сейчас, секунду, как же может быть лаги вообще? Что она мне пишет? АБС. АБС пишет мне, что все норм. Что нормально все идет, как бы. А ну стоп, а YouTube? Как оно может быть лагать, я не понимаю. А YouTube мне говорит... А YouTube тоже мне говорит, что все качество потока высокое. Нет, если кто-то вылагает, то это уже у вас, потому что у меня все отлично работает, то есть меня никто не жалуется. YouTube не жалуется, то, что у меня дерьмовый интернет. Ох, вот это удар хороший. Уровень сложности восхождения зависит от иммунитета. Ну да. Я просто еще так много не проигрывал, чтобы его получить. Только что открыл его. Тыкаем, тыкаем. Ну. Капец он блоки ставит. Смотрите, постоянно. Ё-моё. Ой-ой-ой, ну я же бан прям получил. Какая пауза, вы чё? То я могу хотя... Ага, ясно, понятно. Какой удар? Ну такое оружие, конечно, не в моем стиле. Ой, опять. Не могу нормально ударить этим оружием. Смотрите, просто нагибает. Бросок. А, это он меня бросил. Блин. Жестко. Ого-го! Вот это я его
Как я его вообще там достал? Там, по-моему, вообще не должен был достать. На! Победа. Поиграем Angry Birds Epic. Ох, не. Angry Birds все-таки, в принципе, не увлекаюсь. А что делать, если в бой с тенью лагает? Ох, уже ничего. Или лучше поищите это в Ютубе, там может есть. Эх, так. Давайте сейчас все же оденем нормальное оружие, потому что мне все же нагната не нравится. Давайте попробуем. Сейчас на восхождение. А на восхождение мне нужно нормальное оружие, то есть кровавый жнец. Нужно нагнуть. Ох, так. Восхождение, банально. Все, уже не лагает. Нормально, я же говорю, что у меня ничего такого. Ой, только ногами. Ненавижу, только ногами, отвечаю. На. Шикарно, нормально. Хоть уже что-то получается ногами делать. Ой. Ну, давай. Нормально. Ой-ой. Ой, напряженная катка, потому что я не могу нормально ногами играть. Смотрите просто. Нога прошлась сквозь него. На, в голову. Бам, опять в голову. На, шикарно. Капец, у него работают навыки, я в шоке просто. Жестко у него работают навыки. Все, они работают. Все, мы сейчас его развалим просто. Опять? Вы что, серьезно? На, победа. Когда следующий стрим? Возможно, завтра. Так, пойди на дуэль, плиз. Давайте на дуэль сходим. Начать. Или, по-моему, я в дуэль уже прошел. Я уже и шел на дуэль. Там, по-моему, 4 часа еще ждать нужно. Да, вот, 2 часа. Я не могу на дуэль сходить, скажи, к сожалению. Ой-ой-ой, сложно на восхождение. Блин, нужно иммунитет повышать, нужно подыхать. Погнали. Ох, это разрыв, просто разрыв. Что вообще нужно сделать? Без прыжков? Пф, вот это изи просто. Бам, бам, и все, это нет. О, вот это юрона мне нагнусь. Все, победа. Так. И мне выпадает красный. Нормально. Продолжить. Да почему меня сюда прикидывает-то, а? Что за дебилизм какой-то? Прикольно. Так, давайте еще этот пройдем. Нам безумно можно пройти. А, точно, на восхождение же можно брать. А, сейчас посмотрим. Также интересно, наверное, когда сложнее. Но на восхождение это проблематично, потому что это все зависит от твоих поражений. У тебя больше поражений, значит, ты сильнее вообще четко. Нормально. Блин, так мало урона наношу. Ну, конечно, это безумно. Ой, крит еще шок. Я в шоке. Хороший удар вообще. Все. Не считай тайфун, но руки потеют. Ого. Во сколько часов завтра стрим будет и по какой игре? Я сейчас на данный момент прохожу Shadow Fight 2. Конечно, могу сыграть что-то другое. Так, что за хи... А, блин, у меня стоит. Так. Сейчас посмотрим, какая же там здесь будет сложность. Все равно невозможно. Чувак.
То есть восхождение, затмение не влияет на восхождение. Жалко, конечно. Но все же я прохожу на затмение, потому что так сложнее будет на турнирах, а то, что на легко, не так интересно. А, о, сейчас телохранителя пройдем. Давай завтра FNAF и CSGO. Ну, CSGO можно поиграть. Теперь у меня шоу не снимает, что файт. А остальное снимает, что делать? Там можно, ну просто на шоу нужны рут-права. Норм. Ой-ой-ой. Спокойствие, чувак. Тигр. Все. Ох. Уже уши подбаливают. Уже стримим почти 2 часа. Неплохо. Шок. Сейчас отшельника придем, кстати. На одном стриме мы будем проходить по одному акту. То есть пройдем сейчас отшельника. И аж потом я закончу. У меня нет даже нормально ударить. Все. У меня есть рут-права. Ну, не знаю, чем тебе есть титан. Титан? Да нет. Почему? Я с ним с удовольствием подрался бы. Ой, нет ничего позорного в том, что проиграть схватку достойному воину. Спасибо. Так, невозможно. Нужен 12 левел. Потом прокачаем. Кстати, какой нам, по-моему, 13 левел нужно, это максималка на втором акте, да? Да, нет, 12-й. Ну, значит, качаем 12 левел и все. И сможем все прокачать. То есть проходим до конца турнир и испытания. Вот, испытания его погнали. Улучшенный 52 уровень серпы. Ох, 52 уровень серпы. Блин, бой. Это что странно? Вы что с... А, стоп, что? Что за херня? Почему я не мог начать бой? Да, наконец-то! Нажимал войти, но не выходило. Ох, бархат опять. Что и на первом акте было. Блин, почему я так долго лежал? Сюрикен бросим сейчас, нормально, и все. Сейчас просто я выиграю. Все. Ой, я обжег себя от айфон. Ну, положи его на кровать там. И смотри так. Почему бы не так? Ух ты ж, ё-ма. Василий Бешкин, салют. Разнос, разнос, разнос! Вот это урон. Все. Ты не сможешь со мной нормально перебрасываться с сюрикен, потому что кто выиграет, конечно же я. Так, 500 опыта. Так, сейчас докачаемся до 12 левел и пройдем это. Это пройдем. Так, нужно турнир все же пройти вообще. Я просмотрел, но сейчас у меня версия 1.9.21. Сейчас. То есть взламывал я на 1.9.7 на ПК. А потом обновил просто. Perfect. Как думаешь, поставить ли мне дизлайк? Теперь уже решать, нравится или нет. Я никого не заставляю так уж. Ты серьезно, разбойник? Я просто с компа смотрю был. Так, стоп, стоп. Мне нормально не дает почитать комменты, вы чё совсем... На нахрен. Задолбал ты, разбойник. Все норм. Не снимает шоу, снимает шоу много, но я захожу, что файт, и думал, что снимал, выхожу, а он не снимал, блин, блин, обидно, право есть. А ты ему дал разрешение? А, стоп. Как стоп, это как-то у тебя? Не сп... Выхожу, он не снимал. Он не может там сам по себе перестать снимать. У меня такого ни разу не было. Не понимаю, что у тебя такое.
Ай-яй. Так, ого. Жесткий кританул еще мне сюрикеном. Ах ты ж гад. Гад. Все, поды. Хай. Хорошо уклонился, кстати, он. Ух ты. Давай. На! Еще на какой-то навык сработал. Ну, о, включение, все, перфект. Фух, сколько мне еще опыта? Это мне еще 3000. Здесь идут по 500 опыта. Ах, значит, мне еще 6 боев играть. 6 боев. И все. Потом будет уже 12 левел, мы сможем прокачать и пройти отшельника. И вообще будет чатненько так, ребят. На. Ёпточ. Шка. Ах ты ж гадина, просто гадина. Бам. Все. Фух. Да, это долго. Конечно, долго без читов. Можно и без читов, он просто долго. Просто ускоряем время. Давай. Ё-моё, еще впаду. Так, VB Play, спасибо за лайк. Закончи стрим за поражение отшельника. Почему на поражение? Ты что, мне не веришь, что ли? На язычах просто его вырубим. Отшельника. Еще 6 боев играть, чтобы получить 12 левел. На. Бам. Все, победа. Ох. Хэппи Таун лагерь, я устал. Так, ой, ё-моё. Ляха, отдохни. Ух, все, осталось еще 5 боев. Ох, мне уже невозможно. Значит, испытание. Так, хорошо, 11 левел. Тебе какой телефон? У меня телефон. Ой, где? Сейчас у меня дешевый телефон. Я скоро куплю новый. Там получу деньги и куплю себе новый телефон. А сейчас вообще вот эти все ролики, которые вы видели, ну там с телефона, сейчас я стримлю с компьютера, они все сделали на Lenovo A850. Ну, этот телефон так где-то всего лишь там где-то за 2000 гривен. Не очень дорогой вообще. На тот момент, когда я его покупал, это было 2 года назад, у меня не было нормальной суммы, чтобы купить. На, ух ты. Змей. Жестко ты, конечно, в шестом вращаешься вообще. Ух ты, нормально. Как тебе Вектор 2? Вектор 2. Я так, конечно, не увлекался первой частью. Но вектор как вектор. Поиграть можно. Но я не любитель все же вектора. Ну прям не ахаю от него. За какую цену ты его приобрел телефон-то? Ну, как я сказал, уже где-то около 2000 гривен. В рублях это близко 5000 рублей. Как я его вынес? Там что надо было сделать? Стоп. Без шлема и доспеха. А, ого, ого. Ё-моё, мне сейчас стрёмно, вы чё? А, все, вообще изи. Так, Вектор 2, я уже повторился. Я уже говорил. Ох, так. Уклоняйся от метательного оружия. О, это интересно.
Ах, я уже спина болит. У меня еще такое кресло дешевое. Так, утес. О май гад, сейчас натянем 2-1 по-любому. Утес. Давай, бросай, бросай, бросай. Ё-моё. Блин, напряженный момент вообще, потому что боюсь его сюрикен вообще. Классно. Что за бред? Эх, сможешь? Скинь ссылку на скачание Вектор 2. Вектор 2 есть в Play Market. То есть пишешь. Давай. На. Да, вообще фейл. Бам, все, завершили. Победа. Окей. Так, и мне там остается мне всего лишь два боя. У меня будет один 12 левел. Шикарно. А, кстати, я же сказала, что мы пройдем полностью акт, то есть мне нужно пройти полностью испытаний и полностью турниры еще, кроме отшельника. Точнее, помимо отшельника. Ой, ой. Мадрид, давай, Ванч. Шок. Мощно. Все, победа. Ты сказал, мам. Может, кто-то говорил и сказал, тебе вот послышалось, мам. Так. На. Комбо он делает. У меня то. Ой, сюрикен это с навыком. А ты. Ну, бло. Так. Крит. Ну, найденыш. Ё-моёшки. Хух, навык. Спасает меня. Блин, только один раз попал. Все, победа. Ты через Бустракс, я через Дроид 4X. Я, кстати... Кстати, я вообще... Дроид X первый раз слышу это. Завтра сыграем против Ворса в 11:00. Не, завтра я, по-моему, в 11:00 вообще даже дома не буду. А ты читаешь, что будет в испытании? Ох, редко читаю. 30 секунд за раунд. Надо... О, нормально, 30 секунд на раунд. Ох, я, по-моему, это у друга не мог пройти. Оно... Потом прошел. Ну, у меня здесь будет полегче, у меня здесь есть кровотечение. Так что сейчас разделаемся с этим. На, нормально. 30 секунд, давай, разносим. Все, короче, не работает. Ух, нормально. Ну! Вся победа. Так, ну-ка, сейчас, секунд, ребят. Так, все. Я просто смотрел в другую точку, нажимал клавишу. Так что не сидите строго меня. Ой, все, победа. Стрим будет очень долгий на Титана. Возможно, да, будет очень долгий. Ну, чё ж, я уже потерплю. И вам, возможно, это удовольствие будет. Так, изучаем скалу. Так, сейчас пойдем. Сейчас будет самое интересное. Потому что мы все прокачаем на 12 левел. Все норм. С этим по... Ох ты, золотой рог. Какой-то он прикольный. Но предпочитаю шлем монаха. Так, хорошо. Теперь кольчужная броня. Не, рабомонаха. Все. Ну, все, да. О, злыча коса, колючка. Все же мне нужен кровавый жнец для прохождения отшельника. Пройди выживание, плиз. Давайте выживание пройдем.
Ой, не-не-не, не нужно, мне все, ухожу. Все, проходим мы выживание. Интересно, а кто создатель врат теней? Ого, интересно, кстати, да. А, вспомнил. Древние предки, по-моему, сделали, наверное, эти, по-моему, врата теней и заткнули этих демонов, кажется. Что-то либо такого, по-моему, или точно не уверен. Предки там. Мастера, короче, наверное. Какая твоя любимая краина? Краина? Это типа он по-украински написал или что? Краина. Кстати, зловещая коса тоже вещь. Я знаю. Я делал по ней обзор. Я знаю тоже. Хорошая вещь, конечно. Комбо нормальный вообще. Я 3 дня сидел до конца вечера, проходил Shadowfade 2. Кусарихама просто сквозь него прошла. Я не... Но почему такое происходит? Все. Как думаешь, сможешь победить Титана? Смогу, я думаю, смогу. Привет, Зипер, я первый на твоем канале и удачи на стриме. Спасибо, Дмитрий Чехамов. Так. Или Чехамов. Точно не уверен, не знаю. Так, все, норм. Хит-хит. Все, ниндзя. Ох, а что за Нагината там была? Я ее не видел. Нагината, это такое же оружие. Если ты проходил Асу, это такое у него оружие же. Нагината Асы называется. То есть у него такое же оружие. Давай, нормально. Он отступает, он, блин, крит. Скала работает. Любишь мясо? Да, люблю мясо, конечно. Ну хороший, мне он хэд поставил, серьезно. Ё-моё, мне сейчас я вообще проиграю сейчас. Это будет печально. Да пошел ты, шлик. Блин, фак. Сейчас он меня просто разнесет. Это за какой раунд был? Это здесь это не пос это был последний, а нет, это вообще не последний. Все, мне капец. Сейчас будем разносить вообще на нереально. Давай. Ух. Блин, сюрикены задолбали просто. Все, норм, это победили. Иногда была у меня в магазине удачи в следующих стримах. Спасибо. Да не против, если ко мне подпишется на канал. О, боже, этот самопиар, конечно. Все, норм. Перфект еще. Нормально. Да, посещение меч тоже. Очень даже хороший меч. Блин. По-моему, это последний раунд. Нужно его выиграть обязательно. О, кровотечение. Она мне должна помочь очень. Ну. Все, победа. Отлично. Будет Shadowfire 2 с тобой по сетке скин. Ссылка я в ВК тебе напишу во сколько, окей? Ох, не. Там... Я написал. Написано, что нужно, чтобы играть в ВК, там, с моими связями. Я... Могу с вами проиграть, то есть задонатить 100 рублей на вебку. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, блин. Боже, ладно. Просто что так. Ждешь Shadowfire 3? Конечно же, жду. Новая игрушка тоже. А это уже это, как бы такой старенький лайк. Спасибо. Спасибо, что не зашло раньше, я не увидел. Ну что ж, так получилось, в принципе, хорошо, что я все же пришел. Ненавижу Симпера. Да, должна быть бомба просто. Ставить лайк, палец вверх, да, конечно. Ух, так. То есть выживание мы прошли. Теперь самое долгожданное. Дугов на затмении. Сансей пройдем. Или кто это такой вообще? Кто вообще такой? Даже глаза в стадии показать. Щинобло. Журавль. Давай. Разорвем журавля на затмении. Хорошо. Ох, мне будет интересно драться с отшельником. Я давно не дрался с боссами. Ну так, обычно. Обычно только врата там теней, что-то такого. Так.
Пошли, близко, как ты сделаешь это F2 на комп? Это эмулятор. Я сейчас играю через эмулятор BlueStacks. Это как Android на ПК. То есть тоже там скачиваешь с Play Market. Всяк. Заходишь на Google аккаунт свой, чтобы. И все. Если кто-то хочет подробнее про узнать про BlueStacks, можете поискать это в YouTube, там много, я думаю, есть. Как получить root на Android 4.2.2? У меня, кстати, Android 4.2.2, я... Слушай, напиши еще, какой у тебя... Ай, фирма, телефон. От кого он там? Если вот... Ох... Если Samsung, то это сложно будет получить. Скачать 304, я тебе... Да, ясно. Блин, сейчас в другом роде нет денег на телефоне. Тебе сейчас лайк поставлю. Спасибо. Игорь Ахмат, Чов, привет. Да, в бой погнали. Фух. Отшельник. Наконец-то мы дошли до отшельника. Так, сколько же нас смотрит-то? 67, спасибо. Так, стоп, я отвлекся. Ты что, совсем меня типа хочешь разнести? У него же магия там есть, так, секунду. Мне Асус. Ну, точно не знаю, но, по-моему, я даже с Асусом не встречался. Наверное, по-моему, самая проблематичная с Samsung. На Асусе, кажется, должно быть все нормально. То есть скачали FarmaRoot, или KingRoot, или... Много есть программ, чтобы получить root права. Все, разносим, короче. Пока что не буду читать. Нужно срочно разнести отшельника. Ну, капец, у меня магии сейчас будет много. На. Все, разнесли. Так. Так, я же только что узнал, через какую программу можно получить руть. У меня смарта. Ой, даже такое не знаю. Можешь. Я знаю просто, что на Samsung его сложно получить, потому что там пытался одному другу получить root права, на Samsung вообще не выходило. Думаю, должно быть с другими, должно быть нормально, по идее. Все. Во, просто хэт-трик. Можно и 360 root тоже. У меня вообще Nokia X, в принципе, на Nokia тоже можно. У меня Fly. Очень много роликов есть там, как на разные получить тут права. Ну, не обязательно, конечно, писать прям модель телефона, я думаю. Хотя бы модель просто. Не, ой, не модель, а просто название там, фирмы вашей телефона. Магия, магия. Какая у тебя дерьмовая магия, серьезно. Такое днище. Секрет у него это магия, блин. Гусь. Даже не может подняться вверх. Нубло, нубло. Ой-ой, да жесткий ты. Навык сработал! Все, разрываем отшельника. Как тебя зовут? Меня зовут Дмитрий, Дима. Передай привет Андрею Бородину, привет или Бородину. Дима, а ты не знаешь, что можно сейчас права на Lenovo и на HTC? На Lenovo... Но у меня Lenovo, я спокойно установил права. На Lenovo должно быть хорошо все. На HTC точно не уверен, но можете попробовать все. Это ничего не навредит вашему телефону. Получение root прав. А вот использование root прав как-то не по своим знаниям, это может навредить. А получить их, в принципе, ничего такого. Все, разрывали, берем его печатку. И все, нам доступит теперь мясник, ребят. Нормально. Все, актети, кровавый след. Ох, ты сейчас закончишь стрим? Нет, я сейчас дойду. Дойду. Ой, турниры и испытания, а потом уже закончим. О, птичка. Эй, ребята, как дела? Меня птичкой зовут. Рада с вами познакомиться. Добро пожаловать в наш городок. Далее, далее, окей. Так, маги теперь. Теперь сейчас купим маги, ребят. Так, скачиваем третий акт. Как сделать наружу много чаров? Не знаю только, что можно сделать. Я разбурю и... Ну, если монаха есть у вас. А потом... Только так, я не знаю как. По-моему, нельзя вообще. Так, сейчас получим наши навыки. Точнее, наши награды. Вот печать уже есть от рыси отшельника. Нормально. Так, теперь. Что у нас там открылось? Открывается, точнее, дальше. О, топоры.
на который я недавно делал обзор. Яры, сапфировые ковы, прикольно, прикольно. Так, теперь мы будем проходить дальше там. Ох. Так, то... Ох, блин, почему невозможно? Блин, это жалко, конечно. Так, осталось... Так, погнали. Так, уже 2 часа стрим идет. Нормально, нормально. Ох, блин, все. Я уже вспотел, уже просто жесть, просто. Ой-ой-ой. Змей полегче. Все, разнесли. Нормально. Ай, блин, не дают меня ударить даже. Да ё-моё, ну меня прессует просто. В голову даже попал. Ишь ты какой. Давай. Есть. Кровотечение. Все, он сдохнет просто. Это все. Все нормально. Как разбурить сделать? У меня есть сет монаха. Ну, если у тебя есть сет монаха, получается, он так сейчас у тебя только на сет монахи я разбуря. А если хочешь на какой-то другой сделать, на какой-то другой навык, ну, на какое-то другое сражение, то есть вот здесь есть разбуря. Но как здесь, допустим, так сейчас, вот допустим на магии, ой, мне магии, а 14 левела, ну хорошо, вот допустим на кровожнице у меня нет, вот и получается, когда у тебя есть сет монаха весь, получается вот мифический рецепт, это я разбуре как раз, можно зачаровать 47 нужно фиолетовых. Вот такие дела. Так, дальше погнали на турнир. Что было, я невозможно проиграю еще раз. Приди. Сколько идет стрим? Стрим уже идет 2 часа и около 16 минут. У тебя Wi-Fi? Да, у меня есть Wi-Fi. И... До компьютера кабель с роутера. Ладно, теперь пока, пока, к сожалению. На. Один бросок, на. Все, разнесли за диру. Фух. Ну, все, тоже разнесли. Да, у меня есть. А если на другое оружие, но от сет монаха? Нет, сет монаха. Ну так я ж. Это мифический рецепт. Если у вас сет монаха есть весь собранный, у вас открывается мифический рецепт. Потом вы можете другие оружия уже зачаровать на мифический рецепт. И там будет уже ярость буря. Только нужно, чтобы это все работало, нужно, чтобы все были одеты с навыками разбуя. Ох, так. Погнали. Так, что у нас? Чертовка. Ну, сейчас на изичах просто разнесем ее. О, перфект. Передовутый привет, знаешь как? Что это такое передовутый? А, передай привет. Сергей Плей, приду тебе привет. Как записывать, что на экране? Если на ПК, в принципе, хорошая программа Бандикам. Только ее крякать нужно, чтобы не было водяного знака. В интернете записано, что не получается установить на Acer. Я установил root. С помощью root. И у меня становится root. Это норм? Попробуй здесь какое-то приложение, которое требует root, и проверьте это. Если нормально, ты разрешишь root, допустим, программа там, не знаю, там. И сейчас скажу.
Ну, Link 2SD требует root. Программа Show, которая для записи тоже требует root. Там Titanium Backup требует root. Проверь, либо какие-то приложения скачай, которые требуют root. И проверить, нормально ли. Так, правильно пишется? Не посмотрю, я посмотрю. О, боже. Так, погнали. Ох, короче, нехорошо сработало. На, разрыв просто, разрыв. Перфект, хочу перфект. Есть перфект. Ой, сразу начинает первый, хорошо. Ой, хорошо, взорвали просто. А ты записываешь через Fraps? Нет, я не записываю через Fraps. Если записываю сам, ну, какой-то видос, то это с бандикама. Сейчас я стримлю с помощью OBS. О, все, турнир теперь так. Прошли. Теперь испытание. Костя Корниенко, приду тебе привет. Ой-ой-ой, я смотрел комменты и не смотрела, что у меня вообще раскаленная земля. Она сейчас натянет просто, я на двух раундах. Давай. Давай, Бархат. Просто смотри. Вот так. БГ. Ой-ой-ой. Все норм пока что. Ну, немножко осталось вообще. Все, победа. Так, Ice Fice. Приду тебе привет. Нужно опять выиграть ее. Ой-ой-ой, жестко. Ну, все, победа. Отлично. 20-я стадия. Сейчас немножко осталось. И сверху. Нормально. Все, победа. Ой, хорошо. Все, тоже разнесли. Ты победил, Мэй. Мэй, все эти титаны только победил. Так, спасибо за лайк. Знаешь, Суперсейл, конечно. Суперсейл я знаю. А это без рок, про что? Может, рут? Нет, это с рут правами. Так, сейчас лазь 4, 4 на стадии. Фух. Ох, так, давай, разбойник. Что ты же умеешь, да? Перфект. Разнесли. Очень хорошо. Пошел ты, фокшенс. Ой-ой-ой, хороший удар. Все, относим тоже. Я уже убил Титана. Красавчик, конечно же. Тоже когда-нибудь ее убью. Ну, сейчас на компьютере, конечно же. Ох, у меня уже затмение все равно легко. Капец просто. Ладно, невидимый. Да это вообще, в принципе, легко.
Все. Изи. Просто изи. Ох, я реально уже устал, ребят, если честно. Ой, хорошо. Разве что так могу играть более... Больше я могу играть, наверное, с друзьями и... Ох ты, кабеса меня бросил. И что-то вот другое, там, на CSGO, например, или... Какую-то компьютерную игру. Так, все. Осталось три, по-моему, от две стадии. 13 левел получили. Нормально. О! Так, ярость боли, 20% шанс увеличить урон на 15% в течение 8 секунд после получения удара в голову. Дальше, контузия, 5% шанс запретить противника использовать магию. Метательное оружие, нет, наверное, все же ярость боли возьму. Так, все нормально. Илья Войтенко, передаю тебе привет. Костя Корненко, спасибо. А, ты играешь на ПК в другие игры, если да, то в какие? В CSGO, там GTA 5, мы, там, в принципе, такие в основном. CSGO в основном играю. И так с друзьями могу там в Майнкрафт даже поиграть. Так, пока улучшаем наши принадлежности. Нормально. И сюрикены. Все норм. Так, осталось 2. Здесь все невозможно, блин. Мне нужно проиграть, чтобы это получить. Вы серьезно? Ну, зачем так сделать? О, блин. Оно не работает, смотрите. А, все. О май гад. Зачем мне это? Я не хочу это. Уйти. Бой. Все, наконец-то. Перчик, перчик, передаю тебе привет. Николай Божко, передаю тебе привет. Так, айс этот, так, ясно. Фух. Ой. Ой, хорошо попал. Включение работает на ура просто. Ну. Все, увольнули. Это 5 лицензий? Да, у меня лицензионная. Не пиратка. Я могу и в онлайне играть. Мозатон, передаю тебе привет. Все, разносим задиру. Это остается нам один бой на испытание. Фух. О, и случайное оружие, кстати. Да ё-моё. Сейчас просто разнесем тебя. Ну. Ай-яй. Не, я вообще очень мало с этим оружием играл, потому что оно мне не очень-то и нравится. Да, ё-моё, ты что, серьезно так мне жестко разносишь-то? На. На, все. Хух, убили мы змея. Нормально. О, дальше у нас идет. Ух ты. А здесь еще. Ой, случайное оружие. Вот это, кстати, интересно, да, ребят. Нунчаки. Конечно, не очень-то люблю нунчаки, ну ладно. Не-не-не. Ох, нормально еще. Капец, у меня вольнул. Блин. Ох, нормально. Ну, блин. Третьего, если я сейчас этого выиграю, то я третьего уже... О, грейд еще. Капец, жесть просто. О, сейчас чертовка, блин. Как мне выиграть вообще чертовку, я не понимаю. Если хорошее оружие, то возможно. А, может это возможно, хотя вряд ли.
Да пошла ты. На. Ну, немножко хп. Грейт, тоже грейт. Офигеть, я выиграл. Полезвые бритвы. Николай Башкова, спасибо. А ты будешь записывать, если у тебя будет 100? Конечно, буду. Так, отлично. Фух, ребят, то есть мы вошли в сегодня второй акт, то есть восхождение. Но мне здесь нужно проигрывать, чтобы получить, да, чтобы мне было легче. Ох, на мяснике у нас такие у нас дела. Фух. Так, забираем награду. Ай-яй. Вот, кстати, ученик. Он после покупок взял. Дался мне. Как бы после покупок. О, кровавый жнец, противоположница. На. Капец, он телепортнулся. Ох, вот такие дела, ребят. На этом все, так что все же стрим будет возможно завтра, точнее скорее всего. Так что приходите. Он возможно будет такое же время, может в 5 часов, возможно, может и в 4. Посмотрим по обстоятельствам, может даже позже. Так что всем благодарю, кто был на стриме. Всем ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кому понравилось это все. Чтобы не пропустить видео и стримы. Это все. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал, ставим лайки. И всем удачи, и всем пока, ребят.